Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Это очень редкая гусеница, которая была найдена в Сингапуре. Она выглядит как жевательный мармелад, но на самом деле она очень опасна и может сильно укусить. Этот мужчина забыл воспользоваться ручным тормозом, и его машина слетела с горы. И, к счастью, никто не пострадал. Малыш оказался запертым в машине, когда на улице было 32 градуса жары, а его мать находилась в магазине уже более 20 минут, в связи с чем была вызвана полиция для спасения ребенка. Это ваша машина? Да, сэр. Немедленно откройте ее. Когда для спасения приехала полиция, объявилась мать, которая открыла машину, а после сразу была арестована. Этот ребенок ваш? Да, мой. Подойдите ко мне. Повернитесь и руки за спину. Я думала, что включен кондиционер. У вас машина даже не заведена. С ребенком все в порядке. Он был доставлен в больницу для обследования. А вот крутой навык для выживания. Как сделать пластиковую веревку из бутылки. А вот интересная визуализация исследования, сколько сжигает топливо ракета в слонах. Слышу, барьер трясется, это Тёма пытается сам залезть на гамак. Смотрите, какой умничка. Ну, умничка, мой молодец, ты зайка. Ты горжусь тобой, горжусь тобой. Спасибо большое за просмотр и отдельное спасибо, если поставите лайк под этим видео. А перевел и озвучил виски. Ага.